Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в The Elder Scrolls Oblivion. Мы находимся в имперском городе. Мы находимся в университете магии. Здесь мы в последней серии поговорили с местным... Говори. Господи, что ты пугаешься так? С местной профессоршей, которая дала нам пояснение по книге «Мифический рассвет». Это культ, и нужно найти 4 книги, чтобы получить какой-то ключ к тому, чтобы их найти. То есть дело явно непростое. Напомню, этот культ убил императора и, судя по всему, не прочь убить и Мартина Септима, то есть его сына, последнего наследника. Не то, чтобы нас сильно волновали дела государства, но тем не менее, когда... Мы чувствуем для себя хорошую выгоду. Ой, у меня что-то язык совсем заплетается. Когда мы чувствуем хорошую выгоду, почему бы не поработать? Так, посмотрим. Здесь в городе есть магазин раритетных книг. Он называется «Первое издание». И, скорее всего, там мы получим какую-нибудь информацию по нужной нам книге. Как дела? Кни... Нормально. В эту книгу, которая нас интересует. Другое дело, что уже вечереет, поэтому нужно найти какую-нибудь таверну, там, поспать маленько, потому что по-другому выискивать этого торговца будет очень накладно. Придется вламываться к нему в дом. И хотя опыт у нас есть, мы все-таки как-никак глава Темного Братства. Я слушаю тебя, гражданин. Зачем? Зачем нам этим заниматься? Это нам сейчас торговый район. Ну, в принципе, в торговом районе там как раз и есть таверна. Можно будет маленько поспать. Круто. Бля, вот это, конечно, вообще внушает. Интересно, тут можно как-нибудь подняться повыше на ней? Или что, лучше там вообще на самую крышу отбыть у кого-нибудь, спереть заклинание левитации и... Попробовать улететь туда. Но это как-нибудь потом. Успеем. Сейчас у нас пока важное задание. Государственной важности, я бы сказал. Так, хорошо. Торговый район. Его никто не звал. Кого? Ушижи? Ну и имечко у тебя. Ушижи. Я работаю охранником в особняке Умбакана. Меня зовут Ушижа. То есть, подожди, если я тебя убью, то Умбакан останется без защиты? Расскажи про босса. Я один из его сторожевых псов. Не больше и не меньше. Он хорошо платит нам за охрану его сокровищ. Этого мне достаточно. Ну, хорошо. Иди своей иди дорогой. Иди приставай к кому-нибудь еще. Конечно, конечно. Извините, что я вас... побеспокоил. Так, сейчас надо, чтобы он отвернулся. Привет! Блин, неудачно. Стоит, разговаривает, а тут я. Тут стражник стоит. Вообще без палева совершенно. Позвали назад. Ладно, черт с ним. Я хотел маленько на Умбакана там докопаться. Так, а может быть здесь, кстати, продают зелье, потому что у меня их совсем нет. И случись какая-нибудь серьезная заваруха, мы просто обречены на погибель. Стрел-то мы понакупили, а вот с лечением пока проблемы. Что я могу предложить тебе сегодня? Ну и морду у тебя, Торонир. Здесь ты найдешь только качество. О, серебряные стрелы, это мы возьмем, заберем все. Так, это что? Красноречие, обаяние, торговля. Ух ты, прикольно. Ну, судя по всему, ничего хорошего-то у тебя и нет особо. Да, не богато. Расскажи обо мне свои... До свидания и заходи еще. Так, ну ладно, поспешим, это, наверное, что еще... Там? Подожди, ты... Уходи. Ты посмотри, какой... Ой, короче.
Чем могу помочь? Ты... Привет. Блин, он ушел из дома. Да что ж такое? Это ты? Что я могу сделать для тебя? Нет, это не ты. Так, ладно, чуть-чуть не успели. Буквально. Соседний дом успели проверить, а этот не успели. Не прет. Так, здесь у нас трактир, удача. Вот тут, наверное, можно будет зелье купить с утра. Пока вот сюда. Приятного тебе дня. Блин, у меня звука как будто танк какой-то идет в этих доспехах. Но защита зато неплохая. Так, здравствуйте. Что у вас тут происходит? Алло. Здравствуй. Да? Какие слухи? Насколько я знаю, старик Давин Арен все еще учит искусству изменения. Понятно, пока. До свидания. Это ты. Привет. Тебе извините. Доводилось покупать. Алло, гараж, у вас тут посетитель. Продолжай, пожалуйста. Постель. У меня есть свободная постель. 20 золотых за ночь. Ты хочешь взять ее? 20 золотых. Грабеж просто. Очень хорошо. Комнат. Ладно, пойдем. До свидания. Подожди, иди сюда. Что я могу? Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Винишко возьмем и что-нибудь покушать. Я не знаю, там баранины. Хлебушка к ней. Одну буханку, в принципе. Ты торгуешь... Сыра. Ну, сейчас маленько покушаем. О, и кексики. Так, так, в принципе, спасибо. Нормально. Давай, пока. И тебе всего наилучшего. Шо, пойдем маленько поточим. И спать. Так, как он говорил? Первая дверь налево, да? Парабашка, что ли? Жидковато. Вот так. Маленько поразденемся. Это что все время в шлеме? Теперь выпьем хорошего вина. О, у нас еще есть. Выпьем оба. Отлично. Покушаем баранину с хлебом, с сыром. Отравленное яблоко не будем. Кексик еще. Нормально. Хорошо кишканули. Так, это не наше. Да, нам больно-то не нужно. Все, пойдем поспим. С утра пойдем в магазин. Это так нормально будет, я думаю. Хорош. Ну, это стоит 20 септимов, да? То есть люксовые номера, по сути. Поп-коп умеет отдыхать. Ох. Так, ладно, пойдем. У вас хорошо, но нужно идти. Здравствуй. До свидания. О, ковры. Прикольно. Хозяин, всего тебе. Пока. Так, ладно, а где здесь мы можем купить зелье? Вот что мне интересно. Солдатская удача. Сомневаюсь, там, да, мечи продают скорее. Курьер. Тоже курьерская служба нам не нужна. Почти новые товары. Это не то. Кормушка. Что? Для лошадей? Давай посмотрим. Это костюмы для лошадей, я правильно понял? Воспользуйся кормушкой. Я Делос Фандас. У нас есть еда и напитки. И в...
А, ну тут на людей похоже. Так, винишко. Ух ты, какой, смотри, тоже прикольный. Это нам, когда будет скучно, будем наслаждаться бархатным ароматом этого вина. Спасибо. Ладно, пока. Мне надоело болтать с тобой. Ой, да больно надо. Что за народ эти столичные жители? Вечно, блин, нос задерут. Так, здесь продают, похоже, всякую бижу, бижутерию. Камешки там и тому подобное. Ладно, что у нас с той стороны? Торговый район, это круто. Чё? Астиния Атиус. Не имею никакого отношения к... Господи, да всем плевать. До свидания. Так, в общем, что у нас тут? Доспехи. Вот это вот, скорее всего, наши. Так, зелье. Да, я пришел по адресу. У меня есть все, что нужно начинающему алхимику. Мне нужно просто полечиться. Давай займемся делом. Так, вино тоже гонишь, да? Так, между работой. Хорошо. Это у нас есть. Это пригодится. Так, оба. Приятно иметь с тобой дело. И вот это вот. В принципе, на это денег совершенно не жалко. Но мы опять, конечно, нищие, но нам деньги пока не сильно нужны были. Ладно, нормально. Офигеть. 40 сетимов. Нищий. Пока. Пока, конечно, дома, скотина. Ободрала меня просто как, я не знаю. Ладно, по крайней мере, теперь есть лечилки. Уже спокойно. Так, ну хорошо. И где-то здесь, по-моему, арена находится. Здравствуйте. Продолжай, пожалуйста. Ты что-нибудь знаешь по книге «Мистериум Заркса»? Ты, должно быть, имеешь в виду комментарии к «Мистериуму Заркса» Манкара Камарана. Это распространенная ошибка. Это четырехтомник. Первые два тома довольно редкие, но иногда попадаются. Третий и четвертый тома найти невозможно. Мне нужны третий и четвертый. Мне удалось заполучить третий том, но, боюсь, это специальный заказ, уже оплаченный другим клиентом. Извини. Гвинос будет ужасно разочарован, если его не будет, когда он придет забрать его. Так что, извини, ничем не могу помочь тебе. Ты посмотри, какая незадача. Чё за Гвинос? Я не знаком с ним лично, но он очень хотел заполучить третий том комментариев Камарана. Прошел пешком весь путь от Валенвуда. Кстати, мы договорились о времени, когда он придет за книгой. Так он уже опаздывает. Ты можешь подождать его, если тебе хочется поговорить с ним лично. Блин. Так, я думаю, тебя можно уболтать. Только у нас денег нет, поэтому уболтать тебе не получится. Ну, расскажи мне про третий том. Боюсь, я не могу продать тебе книгу ни за какую цену. Я уже обещал ее другому, а мое слово дорогого стоит. Жаль. А по четвертому? Я бы хотел иметь эту книгу, но она мне никогда не попадалась. Понятно. Боюсь. Приятного тебе дня. Что я могу сделать? Так, подожди. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Да. Так, что ты у меня можешь купить? Больше ничего? Ладно. Приятного тебе дня. Ну что, посидим, подождем этого гада. Скажем так, часик.
Ну-ка. Куда пошел? Как дела? Нормально. Продолжай, пожалуйста. Третий том сюда. Ты что, следишь за мной? Оставь меня в покое. Эта книга моя. Просто отдай мне эту книгу. Ты угрожаешь мне? Тебе не запугать меня. Я позову стражу, если ты немедленно не уберешься отсюда. Нет, ты не позовешь стражу. Что ты имеешь в виду? Я добропорядочный гражданин. Мне нечего скрывать. Не прикидывайся дурачком. Хорошо. Я вижу, тебе знакомы комментарии Манкара Камарана. Я знаю, что дейдрические культы не то, о чем принято говорить в обществе, но это лишь глупые предубеждения и предрассудки. Для любознательного, непредвзято мыслящего человека поклонение Дейдра сулит много пользы. Я не убили императора, ты идиот. Что? Это сделал мифический рассвет? Верь мне, я правда ничего не знал. Я хочу сказать, я знал только, что это дейдрический культ. Писания Манкара Камарана о Мируна Седагоне потрясающие, даже революционные. Но убить императора, Мара, защити нас. Тебе лучше отдать мне эту книгу. Да, конечно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я имею какое-то отношение к их безумным заговорам. Вот, третий том твой. Что ты будешь делать с ним, меня не касается. Мне нужна четвертая книга. Четвертый том можно получить только из рук члена мифического рассвета. Я договорился о встрече со спонсором, как он назвал себя. Вот, возьми записку, которую они дали мне. В ней сказано, куда нужно идти. Я больше не хочу иметь никаких дел с мифическим рассветом. Ох, дурачок. Ну, ладно, ввязался в дело. Его грохнут по-любому. Слишком много знал. Гвинас, твой интерес к произведениям мастера был замечен. Ты делаешь первые шаги на пути к просвещению. Старайся, и когда-нибудь ты станешь одним из избранных. Если ты хочешь идти дальше по пути рассвета, то тебе нужно прочесть четвертый том комментариев к Мистериуму Заркса. Его можно получить только от члена Ордена Мифического Рассвета. Я, как твой спонсор, передам тебе свой экземпляр, если зачту, что ты достоин этого. Изучи первые три тома произведения мастера. Приложу все усилия, чтобы обнаружить скрытый смысл его слов. Приложи. Когда ты будешь готов спустить затопленную канализацию, чтобы под эльфийскими садами имперского города, приходи один, иди по главному туннелю, пока не дойдешь до комнаты, в которой есть стол и стул. Садись на стул. Я встречу тебя там и дам тебе то, что тебе нужно. Спонсор. Ну все, братюня. Ты у меня под колпаком. Никуда не денешься. Так, хорошо, у нас есть три тома этой бильберды. Надо будет их все собрать, и после этого... Ладно, спасибо, хозяин. После этого... Как-то попытаться поучиться всего этого ключ. Привет! Так, здесь есть ход. Хорошо. Говорят. Так, что конкретно от нас требуется? Гвина сказал, что четвертый и последний том можно получить только из рук члена мифического рассвета. Так, мне нужно пойти на эту встречу вместо... Сперва мне следует найти Бауруса, а понятно. Ты знаешь, как нужно двигаться в легких доспехах? И я тоже знаю. Ниндзя. Что такое, гражданин? Не, персонаж у нас просто дичайше ловкий. По-моему, он уже даже может прыгать по воде. То есть это высочайший скилл ловкости, надо будет попробовать, кстати говоря. Три брата, хороший выбор товара. Так. Не знаю. Да, ты крепкий орешек. Что удалось выяснить? Встреча у нас будет скоро. Это должно быть та ниточка, что нам нужна. Хорошая работа. Теперь нам нужно раздобыть четвертую книгу.
Если Тармина права, мы сможем использовать эти книги, чтобы найти тайное святилище мифического рассвета. Пошли. Я хорошо знаю эту часть канализации. Я бы лучше один пошел, конечно. Канализация проходит под всем имперским городом. Доступ в нее есть в каждом районе. Клинки иногда использовали ее в своих тайных миссиях, а также для того, чтобы перемещаться по городу, не привлекая внимания. Ну, хорошо. Иди за мной. Я знаю, как добраться до той части канализации, где мы должны встретить спонсора. Пошли. Я надеюсь, Говори. Надеюсь, ты умеешь быть скрытным, потому что это моя тактика. Интересно, да? Блин, сюжет просто вообще очень крутой пока. Но у нас уже давно не было мяса, поэтому нужно быть осторожным. Сейчас явно его будет в достатке. Крыса, что ли? Или что это? Мой меч за дракона! Так пафосно орать, убивая... Убивая крабов, это, конечно, да. Ты еще мышку начни атаковать и такой... Ты будешь сражен моим мечом! Или что-нибудь в этом духе. Марик. Что? О, крабовое мясо. Надо будет пожарить потом. Этот мой. Конечно. Откуда у него оловянная ложка, интересно? Так, хорошо, аккуратно. Да, высоковато. Все-таки придется ноги намочить. Ой, а это уже посерьезней. Да блин. Я поклялся умереть, а ты? Да блин, елки-палки, что-то я никого не попадаю сегодня. Отвык уже. Просто отвык. Да, серьезные ребята, и в одиночку я бы тут лучше справлялся, потому что было бы все стелсу. Так, ну-ка свали. Мой меч за дракона! Короче, как-то так. Ты посмотри, какой шаман злобный. Так, давай-ка сам. Фух, ух ты. Вот это ты замутил. Неплохо. Так. Серьезно, противники пошли. Короче, я буду все время в скрытности, потому что только так у меня на данный момент получается выживать. А вот ты при тупо вперед. Раз ты так хочешь.
Блин, далеко идем. Прошу. Да, недалеко бьет, конечно, эта штука. Тихо, 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 не пались. Рядом. Давай, 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 бей его, ну. Да не... Что ж ты лезешь куда? Талос, благослови меня. Да. Нормально. А парень сильный, кстати, да, такой? А вот я что-то не очень. Ничего, нормально. И не таких ломали. Тут у нас что? Во, отлично. Блин, куда он ушел? Тихо, тихо, тихо. Он мне все портит. Он мешается. Стрела такая. Извини, родной. Не хотел. Вот. Постепенно прокачаем этот навык. И сможем себя нормально лечить. Пока что получается как-то так. Аж две штуки. Ну, куда-то вроде туда пришли. Так, окей. Мы как, идем или не идем? Я не понимаю, я прям в него стреляю. Вот зачастую бывает, вот опять же, я не попал. Держись рядом! Повыше чуть надо. Тогда будешь попадать. Мясо. Круто. Пойдем. Так, это у нас... Еще один такой же. Шо? Крабов под ногами, пипец просто. Вон там! Чего он там увидел? А, короче, куча крабов, понятно. Моя кровь за империю! Я-то думаю, с кем он воюет, блин. Кровь, говорит, за империю. С крабами воюет. Ох, почему мне дают напарники одних идиотов? Я не знаю прям. Молодец, ты победил этих крабов. Запас крабового мяса восполнен. Империю безопасности. Так, ну что ты, идешь уже, нет? Хорошо. Спасибо. Комната со столом находится сразу за этой дверью. Мне всегда было интересно, кто поставил его там. Как я понимаю, если подняться по той лестнице, вся эта комната окажется как на ладони. Думаю, будет лучше, если встречу проведу я. А ты будешь прикрывать меня. Иди наверх. Будь начеку на случай непредвиденных осложнений. Ну, в принципе, это разумно, потому что ты в ближнем бою лучше меня воюешь. А я в дальнем. Хорошо, я прикрою тебе. Договорились. Помни, мы не можем уйти отсюда без этой книги. Это наш единственный шанс вернуть амулет. Как ты будешь готов, так и я. Слушай, возможно, мне не суждено остаться в живых. Но если и так, твоя обязанность выжить. Тебе нужно добыть эту книгу и найти амулет королей. Ну ты уж не храни себя так. Не волнуйся, я не подведу. Тогда мне повезло, что ты рядом, чтобы спасти мою шкуру. Вперед! За дело! Так, хорошо.
Я так понял, мне сюда, да? Подожди. Баурус. Баурус, аккуратно. Я все провтыкал. Не-не-не. Все понятно. Мне нужно по-быстрому сейчас идти сюда и сверху прикрывать его. Как-то вот так. Итак, ты хочешь стать одним из избранных Мируноса Дагона. Путь рассвета труден, но и награда велика. У меня есть книга, которую ты ищешь. При помощи нее, а также трех... Здесь есть кто-то еще. Офигеть. Умы... Мой меч за дракона! Даган Спокойно лупи этих уродов. Еще ближе. Оп. Перелет. Ай-яй. Достал. Неверный ход. Ты посмотри, какой. Ну. Так, Баурус, помогай мне. Я не боюсь смерти. Есть. Фу, серьезные ребята. Но, по сути, конечно. Нормально прошло. Спасся. Да он не то, что спасся, он нас спас. Один бы я тут не сдюжил. Как не хорохорился. Так, постоянный эффект. Щит плюс 6 на себя. Ух ты, вот это прикольно. Кинжал. Ну, возьмем, сбагрим. Кольцо стальной кожи. Сопротивление паралича. Ну, тоже неплохо. У меня есть 4-й, последний том трудов Манкара Камарана. Теперь следует сложить вместе все подсказки и найти тайное святилище мифического рассвета. Возможно, стоит искать совета у Тармины. Круто. Так, ну что? Это было круто. Мы все сделали как надо. У тебя теперь все 4 книги. Думаю, дальше ты сообразишь, что делать. Ну да. А я направляюсь в храм Повелителя Облаков. Буду подле Мартина. Ох, ладно. Они заплатят за убийство Императора. Теперь, когда мы знаем, кто они такие, это только вопрос времени. Ладно, пока. Увидимся в храме Повелителя Облаков. Удачи. Это выход? А той же самой дорогой пилить наверх, что ли, вы издеваетесь? О, это надолго. Я уж и не помню, как мы пришли. Мы так петляли. Так, ну, в принципе, все понятно вообще. О, господи. Опять эти крабы. Давайте посмотрим, там наверняка есть выход какой-нибудь. С другой стороны, если бы там был выход, то NPC бы воспользовался кратчайшим путем. Хотя вот. Кому-то в подвал сейчас выйдем. Надеюсь, не обидится. Уютненько. Нам трогать ничего не будем. О, мы закрыты. Отлично. Ну, придется выбираться, похоже. Ну что, давайте на этом закончим, наверное, эту серию. А в следующей, собственно, будем выбираться из этого подвала. Интересная у нас ситуация. Такой правительственный агент оказался закрытым в подвале. Но, в общем, мы сделали все, что хотели. Мы нашли все 4 томика. Теперь нужно будет идти в университет магов и, собственно, разбираться, что же это все означает.
Я думаю, скоро мы покончим с этим культом и сможем уже маленько расслабиться и заняться немножко другими делами, но пока что делаем упор на сюжет, потому что это интересно, и поэтому я соскучился. Надеюсь, вам тоже было интересно. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока.